Итак, друзья, всем привет! Вы на канале Сершафт, и сегодня будет рубрика распаковочки посылочек с AliExpress. Сегодня в видео будет распаковочка пода. Я думаю, что распаковочку с этим подом в Wild Wii уже посмотрели, оценили. Этот картридж я перезаправил уже раз 7, и за это время ко мне уже подошел новый подик. Сегодня на распаковочке у меня будет Smog Nova 2. У многих он на каналах уже прогремел, очень его хвалили, очень о нем лестно отзывались. Сегодня у меня эта посылочка приехала. Трек номер отслеживался, стоил 1118 рублей, зашла за 14 дней. Сейчас мы с вами распакуем, посмотрим, что внутри, заправим, попарим, потестим и расскажу свое впечатление, мнение, стоит его покупать или нет. Все, погнали на стол, распакуем этот под и посмотрим, что он из себя представляет. Вкусный, невкусный, ну и так далее. Все, погнали на стол, друзья. Так, друзья, вот посылочка на столе, давайте ее уже скорее распакуем. Мне самому уже не терпится посмотреть, что там внутри и затестить. Открываем. Все, в посылочке больше ничего нет. В комплекте у нас идет вот такая вот коробочка. Nova 2 Kit. В Москве эти устройства продаются по цене там от 2000 рублей, дешевле я не видел. И совершенно случайно наткнулся и решил, думаю, дай-ка я тоже затещу такую штуку. Тем более, что поды я уже тестил и мне это понравилось. Но правда были одноразовые, а не многоразовые устройства. Так, что мы видим, что в комплекте идет два съемных пода. То есть две вот этих съемных башенки будет. В составе есть мод на сетке, сейчас это проверим. LED-индикация, 800 мАч зарядка, цвет Yellow and Purple. Здесь есть коды для проверки, нужно стереть и проверить. Здесь также видим комплектацию, что здесь есть. 1 Nova 2 Device, 1 Nova 2 Mesh, 1 Ohm и 1.4 Ohm MTL. Я попробую оба и расскажу вам. И расскажу вам уже свои впечатления о том, что стоит покупать или нет. Все, давайте распаковывать, смотреть, что там внутри. Если здесь какая-то лямочка, да, вот здесь вот можно вот так вот подцепить. И спокойненько все это будет распаковываться. Так, сняли пленку. Вот она, коробочка вся идет уже без пленки. Я так понимаю, что она выдвигается. Здесь есть какая-то защитная голограмма. Я только вижу, что на ней написано «Smog». Не для продажи отдельно, что ли, что-то не понял я. Здесь предупреждение, 18 лет и так далее. Все, коробочка открывается вот такими движениями, то есть просто сдвигается это все в сторону. Ну, на самом деле это удобно. Здесь у нас есть книжечка с инструкцией. На английском языке можете поставить на паузу и почитать. И с другой стороны. Но я думаю, что читать здесь не очень это все интересно. Основные характеристики вот здесь. Вес 43 грамма. Здесь также вы можете посмотреть размеры, комплектацию. Мощность от 6 до 25 ватт. И очень долго он должен, по идее, работать. Здесь также показано, как, что куда вставить. И здесь мы видим, как это все дело заправлять. То есть нам показано, что нам нужно вытащить. Дальше отогнуть вот этот колпачочек. И заправить. Все, дальше закрываешь, вставляешь, паришь. Все, давайте с инструкцией не будем. Кому интересно, проходите по ссылке, смотрите, что там пишут. Здесь у нас талончик с проверкой, также можно вот здесь вот стереть код и посмотреть. Карта гарантии, силика гель, чтобы здесь ничего не запотевало. Так, проводочек для зарядки. Я смотрю, что многие производители уже научились класть вот такие вот резиночки, чтобы не было всяких вот этих скруток. И это на самом деле удобно. Провод идет плоский. И это очень удобно, то есть он не будет у вас так скручиваться. Длина провода 42 сантиметра. С одной стороны у нас USB, с другой стороны micro-USB. Так, прикольный. Золотой. Очень, кстати, маленький. Я думал, что он будет немного больше, но на самом деле небольшой. Также мы здесь можем видеть пленку. Пленочку давайте сейчас с вами снимем. Так, одна. Вторая. Все, пленок здесь больше нет. Внутри можем видеть контакты. И здесь, я так понимаю, отвод паров. Или всас воздух это получается. Такой вот четкий компактный подик. Здесь написано Nova. Здесь у нас указано, что это Nova 2, чтобы вы не перепутали. И здесь у нас бренд Smog. В комплекте у нас есть вот такие вот картриджи, скажем так. Что удобно, они оба подписаны. Здесь мы видим, что здесь указано 1.4 MTL. С другой стороны мы видим бренд Smog. А на втором написано Mesh 1 Ohm. И то, что мы можем понимать, что здесь уже идет атомайзер на сетке. Давайте их рассмотрим поближе. Здесь идет вот такая вот щелевая, щелевой такой вот штук для губ. Я думаю, что это будет очень удобно. С одной стороны мы видим как раз вот эту заглушку для того, чтобы заправлять. Снизу видим контакты и металлическая площадка для того, чтобы все это магнитилось на место. В
второй картридж, он совершенно с виду такой же. Также у нас отверстие для заправки. Здесь есть резиночка. Цепил ногтем, отодвинул вот эту штучку в сторону, чтобы можно было заправлять. Сейчас мы его с вами заправим жидкостью и будем тестировать. Вот такой вот красавчик. Так, все, предлагаю все это дело сейчас заправить и продолжить тестировать уже непосредственно сами вкусы и как они работают. Вот сейчас в отогнутый вот этот, возьму такую вот жидкость, у меня под рукой сейчас она. Это у меня манго с лимоном, крепостью 36. Перед тем, как эту жидкость налить, ее обязательно нужно вот так вот потрясти. Все, открываю. Отверстие здесь довольно-таки большое, я думаю, что с заправкой проблем вообще не будет. Вставляю туда вот этот носик и заливаю туда жижку. Так, все, здесь у меня подзаправилось, затыкаю вход. Никакой жижки тут ничего не пролилось. Все получилось вот так. Я думаю, что нужно сейчас подождать минуточку, чтобы там вся эта ватка пропиталась, чтобы нам не поймать гарика. И будем пробовать тестить. Точно так же заправляется и второй. Я сейчас все это оттестирую. Мы поднимемся наверх. Я думаю, что я где-то его недельку погоняю и уже наверху расскажу вам все плюсы, минусы и так далее. Ставим его на место. Вставляется очень туго. Все на месте. Я думаю, что включать ничего не нужно. Процент зарядки здесь непонятен. Кнопочек на нем никаких нет. Единственное, здесь есть индикатор, но в этом цвете его здесь очень плохо видно. Но он находится вот тут. Итак, я думаю, что все уже напиталось. Давайте сделаем первую затяжечку. И я вам скажу свои первые-первые самые впечатления, когда я только-только его собрал. Итак, делаем первую затяжку. Очень много пара. Я не знаю, какой у него будет расход. Но пара очень много, и вкус очень-очень приятный. Все, поднимаюсь наверх, тестирую. Для вас пролетит одно мгновение, а я отключаюсь на неделю. Все, поднимайтесь наверх, сейчас я вам расскажу все как есть. Ну и вынимается тоже трудно, но я думаю, что он еще со временем разработается, и будет все намного легче. Так, я вставил атомайзер на сеточке на 1 Ом. Оттестирую, скажу, какой лучше, и, соответственно, можно будет к ним просто дозаказывать вот эти самые картриджи отдельно. Все, ребят, погнал тестировать. Всем вкусного. Так, друзья, для вас пролетела, блин, просто одна секунда. Я уже целый месяц тестирую для вас эту систему Nova 2. Что я могу сказать? Комплектные картриджи 2 я уже все выкурил. После этого я купил еще два сменных. Это был кварц, которого у меня не было в комплекте. Я опять взял еще один МТЛ. Самый оптимальный получается здесь все-таки по вкусу и по всему остальному – это МТЛ. Кварц, он больше подходит для тех, кому нужна более тугая затяжка. За счет того, что там дырочка намного меньше. Вот, давайте я его сейчас вытащил как раз из мода. Видите, там дырочка намного меньше. Если его сравнить, вот, допустим, вот в этой руке у меня будет МТЛ-овский, а вот здесь у меня заправлен идет кварц. И видите, что дырочка, куда попадает жидкость, а спираль на кварце, вот на этом намного меньше. Соответственно, затяжка идет более тугая. Очень прост в использовании. Здесь даже вот просто вот проще просто некуда просто вообще. То есть вы просто вставили, там нет никаких магнитов. Я сначала подумал, что металлическая часть, она к чему-то присасывается. Нет. Он просто встает вот здесь вот, зажимается и все. Здесь вот эти вот обдувчики, через которые забирается воздух. Если их вот так вот поджать руками, то, соответственно, затяжка тоже будет туже. Можно сделать вплоть до того, что можно их вообще пережать. Жидкости пробовал разные. Вот у меня есть уже большой ассортимент жидкости. Я уже напробовался разных. Брал вот этот последний, там 40, по-моему, 40 никотина. Блин, это очень много, ребят. 40 не берите. Курить вам будет не в кайф. 40 это лишку. 30 самое оптимальное, 25-30. Пара большое количество. Также у этого мода есть система зарядки, то есть когда вы затягиваетесь и видите там зеленый огонечек, вот смотрите, это нам говорит о том, что заряда здесь
от 70 до 100%. Потом он будет желтый от 70 до 30, от 30 до 0 он будет красным. То есть, когда красный, значит, его надо поставить на зарядку. По заряду, что сказать, примерно хватает мне его на день. Жидкости, конечно же, начиная, что и дело, парить, пользоваться картриджа мне не хватает нифига на 2 дня. Здесь вроде 2 мл, но это идет уже переизбыток. Здесь очень много перенасытится этим никотином, так что вам советую все-таки контролировать ваши затяжки и делать не больше там 5-6 за раз и потом делать перерыв. По самим картриджам. Одного картриджа мне хватает где-то на 4-5 затяжек. Бля, на 4-5 заправок. Сколько вы будете курить, все зависит от вас. Одна заправка 2 мл. Пузырек 30 мл жидкости стоит от 300 рублей. Поэтому считайте, что одна заправка у вас будет стоить там в районе 30. 300 разделить на 15. Сколько получается? 20 рублей. 20 рублей, получается, стоит от 20 рублей заправка одного картриджа. Картридж стоит на Алиэкспрессе. Ссылочку оставлю на производителя. 600 рублей где-то. 3 штуки, то есть 200 рублей картридж. Либо в Москве в магазинах посмотрел, тоже сам покупал, потому что тут временно не было доставок с Алиэкспресса. В Москве можно найти за 300-350 рублей один картридж. То есть считайте, но все равно это намного дешевле, чем сигареты, это намного дешевле, чем Айкос. Это намного вкуснее, чем сигареты и Айкос. Это удобная система, то есть с ней вообще не надо париться, ты ее просто бросил в карман, и все, она целый день у тебя в кармане, надо, достал, покурил. Мне очень понравилась, тема прикольная, ссылочки все оставлю на них в описании, пробуйте, заказывайте. Вот этих разнообразных цветов множество, есть на них специальные также наклейки, я одну уже заказал. Как приедет, распакую, покажу, как наклеить и покажу, как это будет выглядеть. Также у вас есть возможность, соответственно, вы можете купить разных жидкостей, разных вкусов и под настроение просто их менять. То есть вы заправили один картридж, у вас есть еще один, один одним вкусом, другой другой, и можете их спокойненько чередовать. На этом у меня на сегодня все, прибор достойный внимания. После, так, еще момент, после того, как ты понимаешь, что картриджу пришла хана. То есть не просто у него там как-то начинает там появляться вкус горелой ваты или еще что-то, нет, они просто начинают течь. Понимаете? Вы достаете картридж, а там все мокро. То есть вот здесь еще более-менее сейчас, да? То есть, ну, есть небольшие капли конденсата, но это ничего. И здесь тоже, там видите, там все сухо. А есть, допустим, картридж у меня, который уже все, ну, кирдык ему, да? Ну, вот этот, по-моему, уже заканчивается, он уже лежит долгое время. Но вы просто, допустим, берете, курите, положили куда-то вот так вот прибор, потом вы поднимаете, а у него с краю он весь мокрый. То есть он просто начинает течь. Блин, это говорит о том, что вам его уже, скорее всего, нужно просто поменять. Вы меняете, ставите новый, опять 3-4 где-то заправки. Он идеально сухой, нет никаких посторонних привкусов, нет никаких гариков, ничего. То есть гариков тоже на нем сделать это нереально. Приборы есть ограничения, по-моему, на 8 секунд затяжку. Если вы будете постоянно тянуть, то он просто отключится. Вот так вот мы и добрались до солевых никотинов, до вот таких вот подсистем. Если на какие-то вопросы я не ответил, если у вас остались вопросы, просмотрев этот видос, то можете задать в комментариях, задать мне вопрос, и я на него отвечу. Слишком много фразы вопрос, поэтому смотрите, если непонятно, задавайте вопросы. Прибор стоит 1000 рублей на Алиэкспресс, в Москве он стоит в районе где-то 1500-2000, то есть здесь уже выбирать вам, где покупать, хотите вы ждать там 3-4 дня или не хотите. Доставку лучше заказывать непосредственно с России, если она есть, если нет, значит, это будет чуть-чуть дольше. Подсистема заслуживает своего внимания, больше здесь добавить нечего. Во время, пока я им пользовался, не брал в руки ни Айкос, не мой вейп, который у меня есть, которым я пользуюсь. Но во время, пока я тестировал вот эту Nova 2, мне вообще, в принципе, не хотелось больше ничего курить. Накуришься спокойно, больше ничего и не надо. И очень удобно, не надо никаких ват менять, там, в спирали какие-то вам забивать, ставить, покупать какие-то там жидкости, таскать в свои большие пузырьки, ну и так далее. Все компактное, все маленькое, вот эти пузыречки маленькие. Взял, заправил и пользуйся. Все, на этом у меня сегодня все. Всем спасибо, кто смотрел. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на мой игровой канал. Ссылочку на него оставил в описании. И всем пока. Чао!